Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор pH-метр электронный. Всем искушенным мыло-кремоварам известно, насколько важно знать pH уровень косметической или мыльной массы в процессе приготовления домашней косметики. Любое косметическое средство, впрочем, как и наша кожа, имеет свой уровень кислотно-щелочного баланса. Уровень pH представляет собой шкалу значений от 1 до 14. Таким образом, нейтральным уровнем pH считается показатель 7,0. Ниже этого показателя следует трактовать так: чем ближе к числу 0, тем выше концентрация кислоты. Выше так, чем больше число после 7,0, тем выше концентрация щелочи в веществе или рецептуре. Магазин Мыло Опт предлагает вашему вниманию незаменимый прибор для каждого производителя косметики и мыла в домашних условиях – pH-метр электронный. Внешний вид таков – электронный прибор в надежном пластиковом корпусе с удобными стеклянными электродами и монохромным таблом. Прибор калибруется вручную, длина шага калибровки 0,1. Дополнительный прибор снабжен подробной инструкцией пользователя на английском языке и отвертка для ручной калибровки. Питание трех батареек таблеток. Преимущества таковы: портативность и компактность, удобные в применении, высококачественное измерение во всех диапазонах, возможность измерения pH готовых эмульсий, легкий. Вот такой pH-метр. Вот такой этот экранчик. Его нужно сначала включить. И мы уже видим здесь циферки. Затем мы берем любую жидкость, которую нужно измерить уровень pH, и окунаем. И тогда на экране будет виден точный результат. Вот так он выглядит. В комплекте идет отверточка для калибровки. Вот такая она. И порошки для растворов. Вот один. Вот другой. А также инструкция. Вот. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!